Проведение референдумов по важным и общественно значимым вопросам повышает политическую культуру казахстанцев. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Айдос Сарым. Он проголосовал на одном из столичных участков. Президент сказал, что все большие и крупные исторические решения надо принимать вместе с обществом. Работая с обществом, согласовывая с обществом. Я думаю, что это будет в целом повышать и нашу политическую культуру, демократические институты развивать, потому что непосредственная апелляция к народу – это очень сильный инструмент. Я думаю, что, может быть, не так часто, как в Швейцарии, но он должен быть, он должен присутствовать в нашей жизни. Это тоже школа нашей демократии.